спустя 80 лет в библиотеку Таврика Центрального музея Тавриды вернулся похищенный немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году раритет. Что это за раритет? Это второй том знаменитого издания Петра Симона Паласа «Путешествие по южным наместничествам российского государства», который увидел свет в Лейпциге в 1801 году. Это хорошо известное произведение всемирно известного естествоиспытателя, ученого, как раз описывающее Крым. Находилась эта книга в библиотеке Таврика, сначала земства, потом она перешла в Центральный музей Тавриды, и во время войны одна из зондеркоманд, его группа, изъяла из фондов нашей библиотеки и музея несколько сотен экспонатов, книг. И вот среди этих книг был том, второй том Паласа. Прошло 80 лет, и один из наших историков-краеведов, Михаил Борисович Кизилов, пишет мне письмо, что на одном из электронных аукционов он увидел эту книгу. Причем штампы, библиотечные штампы, были затерты, заштрихованы. Был немецкий штамп, которому обозначалась вот изъятая литература. Но, тем не менее, на одном из штампов очень хорошо прочитывалась аббревиатура СТ, Таврика Стевена. Нам пошли навстречу и передали, вернули книгу, которая вот ровно 80 лет назад покинула пределы библиотеки Таврика. И вот мы буквально недавно получили эту посылку. Вот эта книга, издание Паласа, лейпцигское издание Паласа. Вот как она выглядит. Вот обратите внимание, штампы библиотеки заштрихованы, но читается две буквы Т и С.